ГМ, мы бы лучше, наверное, ГМ бы. Ну, сказали ЦЛК, значит ЦЛК. Ну, наверное, для ГМ, может, у нас состав не подходит, а для ЦЛК, может, подходит. Наверное, просто Войт капризничает. Нет, танков нет, по-моему. Там 4 танка же надо. Ну, кстати, да, у нас реально... Да нет, нам танков хватит. Ваня использует бесполезно, нахуй. А, нет, не, он прав. Вот 4 танка, это Войт, Холидрин, Кукмастер, и вот что все. Если он зайдет. А если еще танк не сыти? Ну вот, все. Да, я если короче, что палом зайду и потанчу. Да, только у меня на паладине КД. А, ГМ-ка. Ну, тогда понятно. Ну вот. Да, просто сейчас нет идти в ГМ-ХМ, потому что там, ну, маленечко другие механики, и тут, ну, есть вероятность, что этим рейдом мы просто ГМ-ХМ не закроем. И целка мы хотя бы сейчас боссов 10, там, 12, ну, может даже на фул пройдем. Посмотрим. Че я, блядь, просто неохота тратить время сейчас на ГМХМ, реально я тоже как-то поддерживаю эту позицию. Нихуя. Под крыльями три раза в секунду можно использовать. Не, Войт, я никуда не собирался. Просто на ГМ-ХМ я вам же помог в первом рейде. Поэтому у меня КД. Ну вон у Хэлла же танк еще есть. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями. 4 танка нормально. Интересно, сколько на ребре дам? Ты до него дойди сначала. Это идем. Мы же не в гер. Танк в кокне, меня в кокон. Так вы далеко там не стойте, подождите вообще. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне.
Каз сбивайте, пожалуйста. Я тут, если что. У кого там это там, ну, слышно, как ветер. У меня. Интересно, сколько на 2000? Криты по 2000. Ну, не смеет входить в обитель господина. Что за бафы? Есть у кого-то фласка на АП? ЛКшная или какую-либо кашную. Ой, блядь, не фласка, масло. Рудак помажу. Вот. Да, короче, пизду, блядь. Не хочу ничего никому доказывать, нахуй. Надо было тело брать и идти. Если люди идут, ничего не докажешь. Да, типа, просто я говорю, просто вот эту хуйню убить по ходу твинов в первый рейд. Все, типа, если люди хотят, они пошли, закрыли ТТГ на твинов. Полутали шмотки 100 ТГ, там закрыли, блядь, ЦЛК на твинах, да, их там, типа, мой состав просто провозил, блядь, они хорошо, у них все заебись, они пошли отдыхать. То есть, а людям, которым надо, условно говоря, во второй рейд, да, потому что по каким-то причинам, да, не, ну, не пошли в первый рейд, они болт забили, то есть, и делают акцент на других людей, да, там, на, там, Спока, на Скильзят, там, вообще, ну, ни при чем, нахуй, который, блядь, вообще, нахуй, никак, ну, никаким боком. Ну, взятый там, блядь, ну, это там его дело, там, он забухал, там, то куда там отдыхать уехал, ну, типа, ну, всякое бывает. Ну, то есть люди пришли. Люди пришли, правильно.
Типа, и человек, блядь, сходил условно, ну, блядь, ну, возьму, там, вот у меня претензии там вот к двум людям, условно говоря, вот сейчас вот там, который вот Геншин, который там покирикивает, блядь. Я знаю, что он, сука, сидит за компьютером, что он, блядь, в онлайне, что он может зайти спокойно, блядь, на ДЦ и похилить, но он тупо из принципа не будет этого делать. Все, вся беда. Потому что у него там какие-то, блядь, недопонимания. Вся картинка, блядь. Че, есть у кого-то масло на АП? Кому надо? А, Инсика. Ты что-то вообще очень плохо. Ну вот, я говорю, типа, блядь, они просто... Да, да. С семьей, да, там. С семьей побыть, там, все дела, да. Что, надо скучать или нет? Не-не, бери просто. Спасибо. Пугов доберите, два человека. Да ну эти пугов... Первый это проебал с этим, бля. Основной, трехгиговый, бля. Три часа качал. У вас пуги не пойдет по одной причине, потому что у нас три вагончика. Да, типа, ну, добирать пугов надо, так, когда, блядь, сильный рейд, там, действительно, что вы пошли, закрыли, там, пугов еще в гильдию пригласили. А сейчас мы, блядь, если вайпаться начнем, ну, типа, такое. А чё, топа КД? А он с нами был, да? Топа с нами был, да. Да. Нахуя этот горм, бля, нахуй? Кстати, а как ты глаза красными сделал? Good games. Через цвет кожи. Хоть бы камни вставил. Кто у нас второй? Мастер, а ты слышишь? Кто второй танк? Мастер и метод Холли Линк. Да, мастер реально все-таки, блядь, каких-нибудь двух там пугов даже плюс-минус, если они там фрукт давать 1010 DPS, уже, блядь, полегче будет. Ну, а я вам о чем говорю. Ну, типа, вы точно не 23 человека идти. 20... Да я сейчас позабуду ходить. 22,5 человека. А он прикольно дышит, да? Хук мастер. Не, у меня сейчас свое это начало. А кровь-то кому нужна?
плюс кровь. Там кровь нахуй не нужна. Или она на посох тоже нужна, да? На посох нужна. Кровь нужна кому? Кури прям за столом. Да, точнее. Не, бывает, не получается. Не знаю. Что там квесты? Может быть, я могу забрать кровь, если никому не надо. Нарпала. А где ее вообще брать хоть? Ну, вот этот квест. А вот у входа. А это надо Пепельный союз прокачать, правильно? Ну, магом. Кого? Магам нужен сама трость, чтобы квест начать. А паладины, воины ДК, они просто квест могут взять, когда при вознесении, по-моему, апнут. До превознесения можно. А, да? А, ну... Вот один пук написал. Сова 256. Ну, наверное. Один анрол, бае, плюс осколки, там еще что. Беру, короче, да? Мщение света. Вот я, короче, мог бы взять, типа, кровь мне нужна. Я не знаю, откуда у меня тамщение света, это вообще откуда падает. Я, короче, как раз для квеста на грань. Это а смешно. Откуда она падает? Оно не падает, оно в пещерке берется. Да. А, ну драконьим она, короче, у меня есть. Она у меня уже есть, так что, в принципе. 25 саранита, да я за АД куплю в целом. А потом что-то надо делать, чтобы получить этот предмет? Грань? Да. Нет. 25 ДС. А, 25. Сразу дают грань? Да. Ну да. А, нихуя. Я могу уже потом грань. Потом ты фармишь получается. Души, если я не ошибаюсь. Потом идет 1000 душ, и потом 3 квеста. Да не, вы шо, ебать. Откуда у меня потом еще осколки эти собирать? У меня что, времени полно? Я просто получу 264-ю шмотку и все, потом ее поменяю когда-нибудь. А что ты задонатишь на осколки и все? Да мне, нахуй на доту, да, либо лучше. Я студент, откуда у меня... Возьми деньги? Кредит. А, ну да, в принципе, ну да, тогда ладно. Рассрочка от Тинькофф. Заносчивая какая-то пишет. Я вижу, тут есть работники Тинькофф. А вообще нормальный банк Тинькофф или нет? 250. Ну, всё, бля, если вкладывать в Тинькофф деньги, то нормально, а если брать, то хуёвый. Почему я не могу выбрать кольцо? Я, короче, релогну сейчас. Я возьму себе кольцо на Эрпала. Ссылка. Ух ты, у нас будет целый один лог. Ух, нихуя себе. А есть у кого в рейде это сердолик, либо камень на силу? Я вам отдам потом. Это дислинканитерим, этот злой пень и заносчивая, короче, два пуга. Синтек, ты можешь портнуться, пока мы бежим к камню, чтобы сумонить Лока. А, да, так тоже можно. Ну, сейчас тогда еще мейна запущу, у меня там сердолик есть. А может кто эти камни на силу крафтит? Мне же сила нужна. Пали. Ну да. Да, да. Ну все тогда. Так, кольцо. Крит меткость брать? Агильная бери. Агильная? Сила атаки, крит меткость, да? Да. Ловкость. Ну, я не помню, так что я придерживаюсь его совета. Ну, ловкость. А, ну да, да, все, я взял его. Бери на силу, не обломаешься. Я уже взял другое. Да у него крита по-любому мало. По криту дерьмово будет, если на силу брать. У меня крит 40%. Я сейчас посмотрел.
хосты 400, меткости 10%. Хуя у тебя меткости. Ну. Да там просто шмотки видят все старые. Блять, он на другом слое. Блядь. Может кто крафтить это камни на силу, которые из сердолика? Да, у меня вроде есть. Все, сейчас я это быстренько. Чего, блядь? В этом же месте стоит, почему я не вижу тебя? А, вот он. Так, пойду возьму сигаретку быстро. Так, кто говорил, что может? Фарло. Ты не забудь, там еще нужно на сделать на силу на 20. А у меня есть красная рега. Да, у меня тоже есть багровый рубин. Ну, какая сова с плащиком на хила, вау. Норм. Духовитая? Угу. Ну, я с таким же точно плащем, если ты прозлопнем. Воодушевленная, я бы сказал. Да как пиздец-то, когда можно курить прямо у компа? А это что? Airbender. Ну, зуми, а я живу прямо на лоджии. Мне удобно. Я считаю, на большом балконе живу. Big Dan, Фарла. У нас шаман какой-то офнутый. Five, four, three. Ну, шутовой сегодня вообще тихий пиздец. Ханта разбить. Ханта нельзя разбивать. Помрет. Пал ты в другую сторону, беги.
Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Вау, сразу вниз. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Лёха, я половлю. Да не ссы. Я ж не тряпка. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Пару уже идем, как я понял. Да. Так, чисто уточнить. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы здесь? Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось... Медики не подходим.
Милики, не подходи. Да. Стир можно? Я там был. Один помощник жив еще. Тем скорее выберите иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его волю. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Этих твоих агри я помощника заберу. А что за шаман вообще этот был? Вильдык, это какой-то мелкий там. Ну, а... Мне просто любопытно, с хуя он заливнул с рейда и потом с гильдии. Его, видимо, кикнул Вайт. Что, блядь, странное происходит, вообще не буду, блядь. Ну, блядь, Войт подчанивает сегодня, скажет, нет, он будет молчать весь рейд. Прикинь, на самом деле он с нами разговаривает. Просто мы его не слышим. Да, мы его не слышим. Он материт там вовсе, наверное, нас. Не, что-то мне подскажет, что он просто ничего не хочет говорить. Он просто в РК пошел. Помощника забил. Короче, залупа какая-то происходит, честно говоря. По поводу? Да, блядь, молчат все, не в том, что он говорит. Все увлечены, дамажат трэш. Сейчас до синдры даем. Да, все понял, о чем. Дайте бафы по магу. Каску там, крестик. Кулак не надо. Горн дал тебе, да. Да ладно, ни в чем себе не отказывай. В натуре, будешь бить палкой. Битву на танков, пожалуйста, поставь обратно. Это, второго танка не вижу. Или я сам могу тоже. Пожрали, ребафнулись. И гоу. Сейчас пожрем. Люди, распределите, как трэш бить.
Ну, это первая, третья слева. Для полно... Туда иди. Букова, помогите слева добить. Контроль бэк демо. Лужи не купайтесь. Десять секунд трэш. Не, сразу не вливайте, смелить. Ты не в сил противиться моей воле. Нахуя вы ему цепом даете? Вы что, пьяные что ли? Просто, блядь, столько пачка дот улетела вообще нахуй в молоко, блядь. Сами нахуй будете его сейчас бить, блядь, с этими циклонами. Пачка дот. Ты не в сил противиться. Контроль. Призыв, 7 секунд помощник. Два ляма осталось. Марло, контроль. Не убейте. Все перевели. Здесь пальте жабу. На полу полидринк отдать. Духи под боссом. Ты не в сил противиться моей воле. Спирит. Спирит. Духи под боссом. Spirits. Ты не в сил противиться моей воле. Духи. Spirits. Духи под боссом. Spirits. Дух в миле идет. Spirits. Забрал его. На все воля господина. Ваша смерть.
выпадает осколок. Опачки. А это если сейчас квест сделать, то он опять так же само будет? Не знаю. Сейчас проверим. А что такое гри, когда ты это ЕПГП клацаешь? Это осколок. Слава. Кто может забирать? О каком квесте лог говорит? Великан. 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 Квест 125. А где он был? Я что-то проебал. В начале инста вообще-то берет. При входе. Либо вон слева NPC стоит. Ну, вообще у входа, да, там нажимаешь на портал, и там вот буквально рядом с порталом. Доберите вам этого микробомбони. Пехота усмирителя. Занять позицию. Вы там дракона бьете? Да. Сумму надо выйти. Лок есть. Где наши танки? Велика найдем. Погнали. Блять, подождите, квест не в брауле. Пиздец, да, в десятке нет этого. Да мы не пойдем в десятку ради квеста, нахуй это надо, блядь. Ну да, можно после рейда. Там типа он даже вот. Если нас будет человек 10, его все равно убить можно. Драконы спустили. ДК, ты где? Здесь? Ты будешь летать? Давай, я полетаю.
3 человека с лоу ДПС. Пушки садятся. Да он же подожди. Все джетпаки одевать. Ну вот давайте я встану. Инсика останется здесь, на этом корабле. И Вар тоже. Ладно. Этот, блядь, 4 раза убиваем этого и перелетаю, короче, там. Смотри. Мага 4 раза убиваем и, короче. Кто на пушках в дальних стреляете? Каску обновить. Сейчас вы ответите перед Саутбангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в сердце взорвем! Артесту делать нечего! Рескихота, сержанты, бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Он с этим. Иди, блядь, в луже, прям в луже стоишь же. Вперед!
Сундук у них не подходит. Лок, поставь шкаф. Есть танк у кого-то? Этот ДПС проверить. Лут поменяй. Шкаф поставь, лок. Лок, поставь шкаф. Ты вообще в Дискорде слышишь нас? Слишком далеко. Что там будут? Полик. Выдвигайтесь. Вот. Герои, будьте начеку. Лек только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Жалкий старик. Five, ну что ж, four, герои, three, хотите two, узнать, сколь one. Могущественно поколение короля меча? Я расскажу, да?
Христос против ним на ману, потом потом на ману от шамана ставит, а мана кончает. Я вот эту кучу нужен. Мы воли, ух ты. Да. И осколок. Мы похороним тебя, как... Блять, воли сыпятся, пиздец. Одна за одной, да? Да вообще, блять. Сколько... Это не в тот рейд, короче, прошло. Сколько воль упало, блять, я один талисман. Портал открыл, портуйтесь. Один талисман при мне только упал. А вот запа у кого? Вот эти. 4 или 5 воль, наверное, упало. Одна героическая, блин. Вот, а у нас варлок демон был. Короче, можно, блядь, 24 выжить. Прям вообще легко. Сурка на шипы. Я в лауте был просто на пуле. С 13-го гнева прохнул первое затмение. Пиздец. Чтобы ты понял, у меня под идолом 52% крита сейчас. Пиздец. Лучше расскажи, как можно на своего фанге сдохнуть сразу же. Я вот не надо, давай не будем.